cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 39-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать уникальные эффекты при прокрутке страницы вниз. Мы имеем фотографию, имеем текст на картинке, и когда мы прокрутим страницу вниз, появляется, во-первых, интересным образом снизу новая фотография, а первая начинает вот так вот, вы видите, уходить, исчезать. И, в принципе, так далее. И так можно загрузить сколько угодно фотографий, ограничений нет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Виджет перетаскиваем на холст. И у нас имеется два элемента от данного виджета. Верхний мы пока не трогаем, тоненькую полосочку. А вот у большого давайте посмотрим. Сюда мы загружаем одно изображение и под него здесь все настраиваем. Далее мы просто делаем дубликат данного виджета, помещаем вниз и просто меняем здесь все названия для второго изображения. И все, по сути, у нас виджет будет готов. Давайте загрузим первое изображение. Это первая настройка «Добавить файл». Я загружаю изображение. Для этого изображения вы видели, у нас посередине был текст. Вот его даже здесь сейчас видно. Тайтл, заголовок, меняем на свой. Я пишу просто демо. Ниже size, это размер для тайтла, для заголовка. Я делаю побольше, делаю 50. Ниже description, это описание. Вот в этом поле вы здесь все удаляете и пишете свое описание. Я пишу просто описание. Ниже size, это размер для описания. Можете также увеличить. Дальше текст. Settings, то есть настройки для текста. Кстати, вот здесь видно, да, демо, описание. Цвет для текста я беру другой, то есть сейчас сменится цвет и для текста title, и для description описания. Дальше на всю картинку можно повесить URL. Вы вот в этом поле удаляете решетку и вставляете адрес сайта. Дальше идут шрифты для описания и для title, для заголовка. Выбирайте какой-то шрифт. Дальше вот эта опция, это дистанция от верхней части картинки, именно текста нашего всего, то есть заголовка и описание. Он сейчас находится посередине, если здесь будем увеличивать, то текст и описание будет отступать вниз. Ну и соответственно, если меньше здесь значение, чем 225, то заголовок и описание будут располагаться выше. Оставляем по центру. И последняя здесь опция, как открыть ссылку, которую вы прописали в поле URL. Ну, лучше поставить Nav Window, открыть в новом окне. Вот и все, в принципе, настройки данного изображения. Вы потом просто что делаете? Вы просто зажимаете клавишу Alt и дублируете вот эту большую часть виджета. Продублировали. Здесь для второго фрагменты изменили все названия, описание, изменили изображение и так далее. Для третьего фрагмента изменили какое-то другое изображение. И так сколько угодно. И у нас здесь еще есть вот такая вот опция. Сейчас мы с вами о ней поговорим. Это, по сути, у нас высота всех изображений. Давайте пока на этом уровне посмотрим. Вот у нас с вами все получается. Шрифт, цвет, текст, все сменилось. И вот так вот у нас смещаются, да. Все у нас получается. Смотрите, вот высоту самого изображения можно увеличить благодаря вот этой опции, да. Здесь вот 500, например, поставлю 800. Здесь уже надо подстраиваться индивидуально под ваш лендинг. Ну, ничего особенного она не дает, просто сейчас вы видите изображение, оно стало такое высокое, но оно стало как бы обрезаться, да? Машина слева и справа обрезается. Здесь просто нужно смотреть. Вот, в принципе, и все. Увидимся с вами в следующем уроке.